Ну чё, давайте его сейчас будем током бить. А, ну лови. Так, ток. Ток! Можно взорвать еще что-нибудь под ним там. Ну все, он, в общем, помер. Противопехотные патроны, друзья, как вы видели, хороши в деле. Главное, чтобы сейчас здесь подмоги не было. Так, аптечку, ну вот так вот только если сделать, использовать одну и взять ту, которую мы с вами только что отыскали. И аудиожурнал тоже здесь есть. Сейчас нужно отвернуться, чтобы его послушать. С этим психом. Не забудь взять у Штайнмана ключ перед тем, как направиться к аварийному выходу. А я пока сам втихую доберусь до порта Нептун. Скоро мы будем там. Получить чрезвычайный доступ. Ну, в общем, быстро мы ключик этот с вами отыскали. О, еще один сейф, гляньте-ка, виднеется. Ура, и очень много баллонов. Очень-очень-очень-очень-очень их много. Взлом легкий. Будем сами сейчас пробовать. Так, давайте по-быстрому. Воу, не тот фрагмент использовал. Так, окей. Слушайте, а тут поток-то, скажем так, немедленно-то идет. Так, хорошо. И один горизонтальный фрагмент. Все, запускаем. И сейф мы с вами успешно взломали. Но здесь, скорее всего, деньги. Ой, ё-моё, 3 аптечки. 4 аптечки. Многовато, многовато, многовато очень аптечек этих. В общем-то, зря даже тратил усилия. Ну, хорошо, хоть на самом деле не потратил я автовзломщик для... Слушайте, что-то такое. Ладно, неважно. Давайте отсюда выходить. Там, правда, все эти мутанты снова могут респониться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, все нормально. А, не, не все нормально. Так, смотрим, как работает турель. Ага. Ну, в общем, в принципе, нормально. Противопехотные, как всегда, на высоте. Сработала видеокамера, видите, враг оповещен. Ой-ой-ой-ой-ой. Со всех сторон пытается. Ой-ой. Да, все-таки хорошо, что я успел это все своевременно взломать. Сейчас там кого-то достреляют, и мы просто так с вами возьмем да пройдем дальше. Итак, хватаем мы с вами этот баллон, пошли вперед. Приближаться к маленьким сестричкам преступления. Не приближайтесь к маленьким сестричкам. Судя по звуку, обрушился еще один туннель. Добро пожаловать в Восток, самую быстро растущую помойку на свете. Вот и малышка. Твой шанс получить немного Адама. Где малышка? Не вижу никакой малышки. Сейчас дайте я вот этого великана громилу этого проверю. Только ты и я. И досыта вкуснейшего Адама. Держись от нее подальше. Успокойтесь, доктор. Ему просто нужно немного Адама. Я не позволю ему навредить моим малышкам. Все в порядке, парень. Это не ребенок. Уже нет. Доктор Тененбаум позаботилась об этом. Не причиняйте ей вреда. У вас что, нет сердца? Славная проповедь из уст упыря, который сам же этих тварей и сотворил. Взяли милых маленьких девочек и превратили их в это. Послушай меня, парень. Тебе не выжить без Адама, который производят эти создания. Ты что, готов променять свою жизнь и жизнь моей жены и ребенка на этих монстров, Тененбаум? Вот. Есть другой способ. Используйте это. Избавьте их от мучений. Я вас отблагодарю, так или иначе. На. Ну что же, маленькая моя, иди сюда. Иди сюда, маленькая. Иди сюда. Иди сюда. Определитесь, собираетесь ли вы делать сбор с маленьких сестричек или спасать их. Когда вы делаете сбор, вы получаете максимум Адама, который необходим вам для обмена на плазмиды. Однако сестричка в результате этой процедуры гибнет.
Когда же вы спасаете сестричку, вы получаете меньше Адама, но в этом случае Тененбаум дает вам награду. Спасти. Спасти! Нет. Спасем ее. Нет, нет, нет! Ну? Спасибо. Мистер. Спасибо за помощь. Путь праведных не всегда прост, верно? Но со временем награда появится. Прояви терпение. А, вон она куда полезла. Тененбаум тебя дурачит. Может, эти твари на вид и выглядят, как маленькие девочки, но внешность обманчива. А без Адама тебе не выжить. Если тебе на пути попадется одна из машин соотборщиков, не забудь взять себе еще плазмидов. Конечно, если цена не покажется слишком высокой. Давайте посмотрим, сколько здесь, что стоит. Уязвимость сборщиков. Эти девочки не просто производят Адам, они еще и практически неуязвимы. Поврежденные ткани они регенерируют с помощью стволовых модификаций мертвых клеток. Но их взаимоотношения с личинками-имплантатами основаны на симбиозе. Если убрать личинку, хозяин погибнет. Это, в общем, не убийство, говорит Тененбаум. Это скорее как отключить смертельно больного от системы жизнеобеспечения. Ну, я думаю, не нужно читать, что такое укрепленная броня. Так, уменьшает любой физический урон. Понятно, держатель ключа, либо статический разрядник. Ну, давайте вместо разрядника запустим. Ева-канал, аптечка... прибавляет нам Еву, улучшение здоровья, но уже невозможно приобрести. Ну, у нас со здоровьем пока проблем нет, но я думаю, это улучшение, оно будет нам необходимо в дальнейшем. И что же, мы с вами идем дальше, друзья. Так, тут я проверял контейнер. Ух ты. За большого папочку. Это будет непросто, но у тебя нет другого способа добраться до сестричек и их Адама. Дальше впереди есть еще одна маленькая сестричка. Чтобы получить от нее Адам, вы должны сначала разобраться с ее большим папочкой. Так, большой папочка, большой папочка, большой папочка. Так, давайте сейчас здесь вот это все накидаем. Пусть она идет сюда. Давай, 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 давай. Складывай сюда быстрее эти баллоны гребаные. Так, а куда она идет? Упс, она идет сюда. Ладно. Так, противопехотные. Да спокойно, 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 спокойно. Деточка. Деточка моя. Давай, иди туда, иди, 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 иди. Хорошо, 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 папочка, давай. Да спокойно. Боись. Вот сейчас он будет возвращаться, и мы тут бахнем. О, да. Уходим! Фу! По-моему, проблемка. Стоп, 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 стоп. У нас проблема, друзья. Так, бронебойные. Так, что это я? Так, телекинез, нафига мне? Давайте. Этот электроразряд. Ну, а где? Почему не работает турель? Он нормально, кстати, сносит. Смотрите-ка. Воу! И он все-таки меня завалил. В общем, то, что я планировал сделать с этими баллонами, не очень-то и получилось, к сожалению. Черт побери. Ого! Ничего себе, вот это вот я далеко как-то совсем зародился. Слушайте, ну надо с папочкой все-таки в итоге разобраться, мне кажется. Так, 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 подождите. Мне не совсем понятно, куда сейчас нужно двигаться. А, стоп, во-первых, сейчас мы с вами активируем этот аварийный выход.
То есть дальше мы с вами пройти сможем. Не знаю, как тебе это удалось, но ты это сделал. Добро пожаловать в порт Нептун. Жду не дождусь, когда смогу пожать тебе руку. Так. Сейчас нужно по карте посмотреть. Давайте туда наверх, наверное. Да, конечно, не очень-то все это вышло. Электрическая картечь мало этой электрической картечи. В общем, взрывная волна не очень-то и хорошо его задела, надо отметить, друзья. Походу мы с вами сейчас должны будем, безусловно, приобрести... Почти вернулся к аварийному выходу. Пройди в него как можно скорее. Дополнительные аптечки. Ну вон они ходят. Слышишь, как он подберется ближе, а когда заметишь, будет слишком поздно. Так, ну может сейчас получится. Ли-ли-ли-ли-ли-ли. Да, походу взрыв был недостаточной силы. Так, ну чего? Приготовились. Сейчас эта девчонка пойдет обратно. Противопехотная. Давайте-ка лучше такие обычные поставлю. В общем, мало у меня аптечек. Сейчас я быстро посмотрю, где что можно приобрести. Прямо вот здесь можно. Быстро добежим с вами. И на все деньги сейчас купим с вами. Так, аптечка. 9. Блин, надо же еще этого... Этого самого купить. Инъекции. Идет, Скотт. Ну все, пипец тебе. Yes! Вот на этот раз нормально получилось. Видите, как все круто. То есть очевидно было, что... Что-то с баллонами было не так в тот раз. То есть три баллона, два баллона должно было хватить, чтобы нанести ему такой хороший урон. И, наверное, не те патроны я выбрал для этого чудища в тот момент. Ничего страшного, самое главное, мы сейчас эту сестричку спасем, получим Адам. И можно будет, кстати, вернуться в сад собирателей для того, чтобы посмотреть, что там можно купить на этот... Полученный Адам. 140. Сейчас проверим. Спасибо, да, всех сестричек освободили спасибо. С вами. На этом уровне, во всяком случае. Смотрим. Сад собирателей. Недалеко. Сейчас мы за ней как раз побежим. Так, по-моему, не здесь. А, вот здесь. Вспомнил. Ну вот, совершенно другое дело. Так, ну пока ничего, пожалуй, интересного. Улучшение здоровья. Давайте здоровье улучшим. Все. И еще 60 адама у нас остается. Ну там тоже другие, в принципе, модификации есть. Но я думаю, пока что преждевременно. И нам сейчас требуется... Я готова ко сну, мистер Бабов. Господи. Мы же эту девочку освободили с вами. Можно, кстати, вот такие штуки было расколачивать и тоже... Тоже брать оттуда аптечки. Если не ошибаюсь, вот сюда, нет? Нет, заперто. Заперто, друзья. Я что-то совсем запутался. И нам нужно посмотреть по задачам. Слушайте, еще один, по-моему, идет такой же. Но сестричек мы освободили, поэтому... Ага. Великанище гребаный. Так, похоже, я запутался. Сейчас посмотрим. Хирургия нет, не получается. Надо смотреть. Куда нам дальше? Так, фойе, аварийный выход. Слушайте, а по-моему, аварийный выход нам как раз, да, и нужен был. А, ну все. Тогда просто сейчас уходим отсюда. Чертям собачьим, правильно? Вот он, медицинский павильон. Да, то, что нам с вами нужно. Да. Вот здесь мы с вами и оказались. Так, не сюда.
Отсюда мы с вами пришли. Господи, как тут все запутано. А, вот он, аварийный выход. Emergency access. Наконец-то! Друзья, наконец-то мы с вами это сделали. Там кто-то еще бегает, но нам, в принципе, пофигу. Нам быстро нужно прыгнуть в эту бытисферу и отправиться в дары Нептуна. Да, конечно, немножко в конце было, скажем так, непросто, но со второй попытки большого папочку положили. В общем, будем по такой же схеме с вами действовать, если увидим других папочек. Но они непременно будут попадаться, нам же нужно будет собирать Адам. Ну вот вы и имели удовольствие познакомиться с Эндрю Райном. Это он построил этот город, и он же его и разрушает. Никто точно не знает, что произошло. Может, он сошел с ума? Может, власть ударила в голову? Может, просто решил, что не любит людей? Как ни крути, но погибло много хорошего народа. Моя семья прячется на подводной лодке у рыбзавода Фонтейна. Там мы с тобой и встретимся. Идите на рыбозавод Фонтейна. Так, обыщем труп, $9. Изрядно, конечно, потратились на эти аптечки. Можно было папочку и, пожалуй, с одного раза завалить. Ну, ничего страшного. Бывают такие огорчения. В общем-то, нужно быть готовым и к таким раскладам. Так, слышите? И видите эту гребаную тень? Нужно поаккуратнее сейчас действовать. Что там ползает у меня в саду? У меня в саду, что там ползает? Снова 9 аптечек, очень некомфортный, мне кажется, запас. Ноги летят, словно ветер. По-моему, она следит за мной. Ага! Гляньте-ка. Воу! Ничего себе! Я просто вслушивался в эту аудиопередачу. Так, давайте сейчас быстро тоже здесь все это дело расставим, потому что автозломщик можно и лучше оставить для каких-нибудь сложно поддающихся сейфов, например. Так, разворачиваем теперь все это дело вверх. Так. Так. Ну, вроде получается. Отлично. Нет, не совсем верно. Здесь совсем другой фрагмент следует поставить. И еще один горизонтальный нам отыскать. Вот он есть, уже был. И давайте пускаем потом. Все. Теперь турель будет на нас работать. Твою мать. Раздерите его, мистер. Мистер. Фу! Под себя. Твою ты дивизию. Все бочки уничтожил. Схватил я эту гранату и кинул ее туда. Блин. И кинул ее туда, где были. Где были мои запасы взрывчатых емкостей? Тихо, я свой, чувак. Расслабься. Можно, конечно, попробовать его сейчас свальнуть здесь. Ладно, пойду я, пожалуй, вперед сейчас. Он сдохнет, тварь. Так, этот сдох. И еще одна турелька. Очень интересно. Пожалуй, можно попробовать и здесь пробраться сейчас. Давайте так и сделаем, наверное. Так. Подползаем. И задолбало меня. Взламывать давайте автозломщик используем.
Райн велел нам туда установить какую-то генетическую штуковину, так что только он сам и его близкие могут их использовать. Ребята говорят, ключи не особо надежны. Сестры, братья, седьмая вода на киселе, все с этими генами смогут брать аппараты и плыть куда пожелают. Медэксперт. Благодаря медэксперту ваша аптечка станет совершеннее, будет исцелять любые недомогания с невиданной скоростью. Ну что, давайте возьмем. Почему бы и нет? Вон там снова пошли. А давайте сейчас сюда встанем, чтобы он атаковал папочку. Нифига себе. Что-то нормально, кстати. Но он разнес турель. Он ее разнес. Кидай, 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 кидай сюда. Давай, кидай. Ой, yes. Ну, практически. Блин, ни черта себе тут. Какая-то каша непонятная заваривается. Я, пожалуй, отсюда пока что свалю. Так, там есть у нас еще желающие. Оу, oh, yeah. Ну, патронов много на автомат, поэтому грех не использовать. Уже, кстати говоря, набрал $103. Кинет он, как думать. О! Я знаю, что можно использовать. Сейчас мы телекинез. Ну давай, давай, давай. Твою мать. О! Другой вопрос. Другой вопрос, сможем ли мы сейчас эту папку замочить? Противопехотные патроны для автомата. Ну что, попробуем его вальнуть. Я, конечно, в принципе, готов. Эх. Баллончик бы сейчас взять еще бы здесь откуда-нибудь. Ну давайте попробую найти, может здесь баллон где-то будет. Блин, нет чертовых баллонов. В общем, рискую я. Рискую. Надо рисковать. Не хочу я просто их упускать. Хорошо. Отлично. Отлично! Приближаемся. Хорошо. Хорошо. Сейчас он еще электроразрядом получит. Так. Ну, всего-то две аптечки пока использовал. Все, мистер Би, до свидания. Убили. Убили! Засранца. Такой уж он и крутой. Надо отметить. А что-то я после первого раза немного, знаете, засомневался в своих силах. Так, спасаем эту маленькую дрянь. Но вот после второго, конечно, уверенности у меня уже больше появилось. Я предполагаю, что... Дальше у нас с этими большими папочками проблем не будет. Сколько у нас, кстати, их здесь? Ух ты, еще две девочки. Но все равно малышки несут тебе подарок, чтобы показать, как мы это ценим.